Многие из нас наверняка сталкивались с такой картиной, когда коммунальщики сваливают снег с тротуаров и проезжих частей на палисадники и деревья. За зиму горы увеличиваются, а зеленые насаждения все больше оказываются под сугробами. В некоторых местах снежные глыбы достигают около 3 метров. Если у меня получилось сюда забраться, значит и дети смогут на нее залезть. А это может быть небезопасным для их жизни. Грязь, и вот дети залезают часто сюда, сваливаются. Увозить надо. Должно быть все чисто, красиво, ухожено везде. Максимальный срок вывоза таких снежных завалов не более 5 дней, но не всегда коммунальщики следуют закону Московской области. И тогда к делу подключаются сотрудники Госагротехнадзора. В рамках спецоперации «Двор без сугробов», которая продлится всю зиму, они ежедневно ведут надзорную деятельность. За складирование снега в неотведенном месте на газонах предусмотрен административный штраф от 15 тысяч рублей. Подрядные организации неоднократно в зимний период привлекались к административной ответственности по этой статье. Подрядные организации – это и управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома, и муниципальная компания «Дорсервис», в чем ведение не только дороги и пешеходные зоны, но и проезжие части во дворах, детские площадки, парковочное пространство. Сейчас на счету «Дорсервиса» 14 единиц техники и порядка 70 сотрудников, задействованных в уборке территорий. После снегопадов приоритет отдается социально важным учреждениям. Соответственно, дворы как бы страдают, да? Но после всего вот этого начинается уборка дворов. Но их у нас 900 в городе, поэтому убрать это прям разом нереально, да? А снег идет, стараемся, боремся. Как бы то ни было, для того, чтобы не оказаться в списке нарушителей, подрядные организации должны очищать придомовые территории до твердой поверхности и не оставлять после уборки сугробов. Работы должны начинаться не позднее, чем через 12 часов после окончания снегопада. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.